Слово «чиновник» в нашей стране нередко звучит как ругательство. Как изменить отношение общества к госслужащим и что сделать, чтобы управленцами были квалифицированные специалисты? Об этом сегодня говорили в Доме правительства на научно-практической конференции. Общество и власть. Связующим звеном в этом непростом союзе являются так называемые управленцы, государственные служащие. Ими должны быть люди профессиональные и знающие свою работу. И сейчас для нашей страны важно слово «должны» заменить на выражение «так и есть». На наш взгляд, есть следующие пути достижения поставленных задач. Во-первых, повышать эффективность и профессионализм нынешних государственных служащих. Во-вторых, привлекать наиболее эффективных специалистов из других негосударственных сфер деятельности. И в-третьих, готовить этих служащих в образовательных учреждениях. Что ж, нынешним чиновникам предстоит повысить профессионализм, ну а будущих служащих, возможно, и вовсе будут выращивать в специальной лаборатории. В целях реализации инновационного потенциала государственной службы, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о создании ресурсного инновационного кадрового центра государственной службы. Своего рода практические лаборатории государственной службы. Это в будущем, ну а пока основная задача при подготовке кадров свести как можно ближе теорию и практику. Шаги в этом направлении сделали прямо на конференции. Администрация главы республики и филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России заключили соглашение о сотрудничестве. Ну что ж, добрый путь. Спасибо большое. Ольга Перечкина, Андрей Спиридонов, Республика.